Донором может стать каждый. При себе нужно иметь только паспорт. А все необходимые анализы можно сдать прямо на пункте. Сегодня в акции участвует Александра Никишина. Она директор благотворительной организации. Рассказывает, использует любую возможность, чтобы помочь людям. Александра уже в третий раз сдает кровь нуждающимся и останавливаться не собирается. Потрясающее ощущение тому, что ты можешь кому-то помочь. Данная акция важна тем, что не все люди могут поехать именно на станцию переливания крови, или они боятся. А здесь они могут прийти в привычную для себя обстановку, сдать кровь и помочь людям. Межконфессиональный донорский марафон проходит в Самаре уже в третий раз. В нем принимают участие представители Русской Православной Церкви, регионального духовного управления мусульман и региональной общественной еврейской организации. Цель акции – привлечь внимание общественности к донорству и объединить усилия различных религиозных и межнациональных сообществ для укрепления позиций мира и согласия. Почему мы организовали донорский марафон именно с привлечением представителей и руководителей различных конфессий, это показать людям, что мы все едины, все мы братья и сестры, и что нет распри, особенно там, где речь идет о человеческой жизни. Закончится марафон в субботу в соборе во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. На парковке возле храма будет установлен мобильный комплекс заготовки крови, где медики примут всех желающих. Никита Борисов, Николай Сидоров. События.